Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Григорий Андрианов. Стивен Кинг – американский писатель, работающий в различных жанрах. Это и фэнтези, драма, детектив, мистика, трагедия и так далее. Поклонники даже прозвали его «королем ужасов». Стивен Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман. Собственно, это один из этих романов. Роман называется «Блейз». Главный герой был в детстве искалечен отцом. Из-за травм головы он стал умственно отсталым. Обслуживать себя и выполнять простые поручения он может, но вот мыслить абстрактно или полностью жить самостоятельно ему очень сложно. Однако он все же решает совершить гениальное преступление. Какое? Можете узнать, только прочитав эту книгу. А вы читали Стивена Кинга? Делитесь в комментариях.